Speak English. English. Yeah, русский. Русский? Я русский, ты русский. Друзья, это говорит о том, что здесь самое слабое притяжение Земли. И срываются все по полной программе на этом острове Родос. Здесь можно отрываться. Даже он говорит по-русски о том, что... не по-русски. О том, что вы сюда приедете, он за все платит. Он может себе позволить. Нормальный парень, да? Yes? Нет, ты говоришь, нормальный парень. Да? Смотри, как он счастлив. Знаешь почему? Потому что отрываемся. Так что, друзья, отдыхаем на Родосе. Yeah? Yeah. На русской волне в Греции у нас все происходит очень грустно, потому что вино мы пьем здесь старое, средим с плесенью, а ездим на машине без крыши. Специально для infox.ru.